не думал снимать продолжение по монетам альбому, но люди спрашивают, откуда блистеры. В общем, монеты, которые выпускал Нацбанк. В общем, вот такие красивые. У них была сувенирная упаковка стандартных размеров. Но не всем монетам повезло, а некоторые монеты очень хорошие и дорогие. И понятно, что дарить просто монету, оно не так выглядит, как вот в красивой сувенирной упаковке. Ну, я решил просто воспользоваться пробелом и просто сделал сам себе вот такие блистеры. Ну, как сувенирные упаковки для монет. Ну, расскажу, как я это делал. Короче, берете, может, кто-то захочет сам себе сделать. Сначала нужно раздобыть сами вот эти капсулодержатели, в которые он защелкивается. Берете, покупаете какую-нибудь по дешевке, какую-нибудь сувенирную упаковку. Вот это самый выгодный вариант. Тут сразу 4 капсулодержателя. Разрываете вдоль тут картонку, вытаскиваете. У вас есть капсулодержатель, который как бы склеивается посередине между двух картонов. Берете бумагу формата картонную толщиной 350 и распечатываете сувенирку. Допустим. Но это уже поздний, который дизайн. А начиналось вообще, вот смотрите, видите, вручную вырезал совсем по-другому. Кстати, которую дарилась, она, это видите, первая проба пера. Он у меня чудак печатал. На ксероксе. Пока я решил, что лучше пойти в цветную печать и распечатать. Сразу вам скажу, что себестоимость у такого блистера — это 22 гривны и 50 копеек. 20 гривен — это цветная печать и лист бумаги плотностью 350, 250 по отдельности, если поштучно. Ну и плюс вот эту капсулодержатель нужно с какой-то бэушной сувенирки. Ну, тут, допустим, я покупал вот эту штуку за 30 гривен бэушная. То есть мне один обошелся в 7,50. 7,50 и 22,50. То есть себестоимость сувенирки выходит 30 гривен. Такая сувенирка получается. Ну, а что теперь мы делаем? Вырезаем этот, пробиваем отверстие и сгибаем вот так. Вот это я тут ножницами вырезал, потом мы просто заточили трубочки и пробиваем просто трубки на пеньках. И вот так, вот видите, и сюда вставляем капсулодержатель. Тут промазываем все клеем и склеиваем. И получается у нас вот такого плана блистер. Просто за 30 гривен хороший блистер. Вот так. Просто берите, мотайте на ус. А, подложку вот эту, которую тут, если есть возможность, я заходил на сайт Нацбанка и скачивал буклет и вытаскивал родную подложку. Немножко дизайн, конечно, я подгонял под тот, который официально вручался на презентациях, потому что они типа готовили сувенирки. Но вот такого плана. Можете посмотреть на сайте. Забейте в гугле волонтеры, посмотрите дизайн. Я пытался по максимуму его использовать, как в Нацбанке. Ну, надеюсь, Нацбанк теперь уже будет под каждую монету и медальку печатать красивую сувенирку. Вот так. Кому интересно, задавайте вопросы. Ну вот, можете сделать себе любой блистер под любую монету. Главное, чтобы капсулодержатели у вас были. Ну, вот таких под 5 гривен их полно. Вот даже вот я буду выкидывать, допустим, восточный календарь.
отсюда это вытащить. И можно использовать этот капсулодержатель. Жене планирую сделать супер альбом на 12 ячеек 12 годов. Ну, когда это будет, не знаю. Как-то так. Всем всего хорошего. С вами был я.